Сакральное пространство музыки, осветившее бывшую домовую церковь Шереметьевского дворца, берет паузу. Цикл лекций-концертов здесь завершился последним в этом творческом сезоне событием на тему «Весна вечная». Репортаж с концертной площадки далее. Сегодня музей музыки, а в 19 веке домовая церковь во имя великомученицы Варвары. Духовное пение хора «Согласия» разливается в этих стенах, как нечто само собой разумеющееся в светлые дни Пасхи. Заключительная лекция-концерт в Шереметьевском дворце посвящена главному событию церковного календаря. Казалось бы, все вокруг Пасхи вертится в богослужении. Казалось бы, что и музыка к этому должна нас вести. Действительно, она нас к этому ведет. Но, как показывает опыт, пасхальная музыка, она очень неоднозначная. То есть ее как-то нужно тоже правильно нам слушать, воспринимать. И, кстати, не так много известных церковных композиторов или светских композиторов обращали свое внимание именно к пасхальной музыке. Могу даже смелости набраться сказать, что не все попытки обратиться к пасхальным текстам удачные и с точки зрения богослужебного, да, богослужебной атмосферы, и с точки зрения выражения смысла. Для этой лекции были выбраны песнопения, написанные современными петербургскими композиторами. И хоть радостные слова пасхальных произведений знакомы каждому верующему сердцу, новое для слуха музыкальное оформление добавляет других красок пасхальной радости. Не только в музыке, но и в искусстве, и в литературе, и в поэзии, и в живописи именно Петербург является, ну, как-то сказать, законодателем каких-то, может быть, будущих веяний, будущих нот. И мне кажется, что вот в общем и целом тот подход, который выбрали композиторы для создания своих произведений и на пасхальную тематику, и около пасхальную тематику, чуть до или чуть-чуть после, они дают возможность понять, что что-то новое будет появляться. Каким-то образом это будет трансформироваться так, что оно и от традиции не отходит. И внутри традиции существует, и внутри традиции рождается, и при этом эту традицию двигает на какую-то, может быть, новую ступень, на какой-то новый уровень.